Талгаре жестоко убили подростка. Все об этом читали и слышали. На глазах у родителей самое страшное. И вот все в социальных сетях, в комментариях, а куда смотрела полиция, да? Ну, не секрет, это все знают, наверное, тоже, что куда она смотрела. Я вам скажу, куда она смотрела. Полиция нас смотрит не за теми, кто убивает, насилует, грабит. Она смотрит за теми, кто, по их мнению, мешают местному политическому режиму. Вот. Нынешней власти в Казахстане. Полиция следит за активистами, за гражданскими, так скажем, за неравнодушными гражданами. На это уходят огромные силы, средства. Пока в Талгаре убивают подростков, полиция смотрит вот за всем за этим.